Друзья, всем привет! Вы на канале «Обедаем дома» Светлана. И сегодня я выпекаю вот такие блинчики на основе яблочного пюре. Начинка у меня творог с клубничным вареньем. Начинку выбирайте любую сладкую на ваш вкус. Итак, у меня три довольно-таки крупных вот таких красивых яблочка. Яблоки сочные, сладкие. Очищаю яблоки от кожуры. Очищаю от семян. Нарезаю на брусочки. И подготовленные яблоки отправляю в сотейник. Туда добавлю небольшое количество воды. И будем наши яблочки готовить до мягкости. У меня минут 5 они кипели. К ним отправлю чайную ложку соли, 4 ложки столовых сахара. Насколько вы любите сладкие блинчики, смотрите уже сами, регулируйте количество сахара. Яблочки проварились. Отправляю в блюдо. И будем перебивать блендером. Вот так перебили яблоки с сиропчиком в пюре. Отправляю сюда кружку молока 200 мл. Перемешиваем. Взбиваю туда 3 предварительно хорошо промытых яйца. Опять все перемешиваем. Добавим сюда просеянную муку, 2 чайные ложки сухих дрожжей и пол чайной ложки разрыхлителя добавляю. Но муки, количество муки добавляем, смотрите, насколько любите вы тонкие блинчики, либо чуть-чуть потолще. Ну, соотношение где-то жидкости и муки для блинчиков 1:2. Тесто хорошо еще раз перемешиваем и отправляем на расстойку. Тесто у меня простояло минут 40. И вот так великолепно оно поднялось. Хорошо перемешиваем. Проверяем на густоту. Достаточно ли вам такого теста. Отправим сюда растительное масло. Еще раз хорошо перемешиваем. И будем выпекать на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Обжариваем с двух сторон до золотистой вот такой корочки. Блинчики пожарили, начинка моя готова. Начиняем блинчики. Бледной стороной выкладываем. Поджаристая сторона вот так сверху. Завернули блинчики. Отправляю кусочек масла в сотейник и в духовке прогреваю еще блинчики с творогом. И вот такие вкусные, аппетитные, красивые блинчики с яблочным вкусом у нас получились. Всем всего доброго. Пока-пока.